это торговый комплекс «Манеж», и ответа на него ни я, никто не услышал. То есть все говорят, что согласно плану, 12-го, потом 15-го. Вы честно скажите, когда вы планируете закончить? Потому что в 11 часов сегодня было в городской администрации заседание, и там нам сказали, ну, насколько честно они сказали, что не позднее конца октября закатают Кирова в бетон. Здесь я услышала совсем другое. Вот кто на этот вопрос компетентен ответить четко и взять ответственность за свои слова? Кому будете предъявлять после 15 октября? То есть, да, я вот этого не совсем поняла. Мы сидим, обсуждаем какой-то... Можно ездить, нельзя ездить. Еще раз, чтобы снять все вопросы и напряжение, прокомментирую данный вопрос. Ответственность на себя взяли администрация города и генеральный подрядчик данной организации, когда подписали с собой контракт, устанавливающий срок выполнения работ до 15 октября. Вы все знаете, что производство — это такая вещь, которую предсказать с максимальной точностью, со 100% вероятностью. Ну, да что ж вы издеваетесь, ну в конце концов, вы извините. Это не ответ, скажите конкретно, когда, не позднее такого числа. По дате, 15 октября у нас будет зависеть от того, насколько быстро будет фондов участок. Вот сейчас вы на сегодня. Слушайте, вот вчера я иду мимо ямы, которая там. Я вас не перебивал, когда вы говорили. Давайте тоже не превращать в аварию. На сегодня у нас были предоставлены КВС графики, которые предусматривали до 15 сентября завершение всех работ. Этот график не выдержан. Поэтому говорить о том, что кто-то должен взять на себя ответственность, это ответственность себя кто-то возьмет, естественно. Но работы будут выполняться максимально возможным короткий срок, предусмотренный контракт. То есть никто не знает, когда все закончится. Иными словами, если говорить четко, то есть никто ничего не знает. Отлично вообще. Не запрещает встречать сроки. Ну, согласен. А в финале, если не выдержит, вы готовы подать в суд, обратиться в прокуратуру? В финале, если он не выдержит, мы готовы. Не то, что мы говорим, мы обязаны, будем это делать. Ну вот 15 сентября вы сейчас сказали, что канал не выдержит срок. Это водоканал, у меня нет с ними договорных отношений. А, это подрядчик должен. Это отношение водоканала с его подрядной организацией самостоятельно считает. Ну, соответственно, к вам точно. Какие меры ответственности вы предъявили подрядчику?